Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. В данном видео я расскажу вам, от чего же пропадает обоняние при коронавирусе, Почему COVID-19 поражает не только легкие, но и сердце? Как укрепить иммунитет? И почему потеря обоняния при коронавирусе – это хороший признак, а не трагедия? А вот в конце этого видео я дам список других моих видео, которые надо обязательно посмотреть именно по проблеме коронавируса. Два моих видео на эту тему YouTube удалил, что-то там, видимо, нашел в несоответствии с политикой компании. А оставшиеся видео есть, и ссылки на них мы вам дадим. Там и мои весенние прогнозы 2020 года на осень и зиму 2021 года. Там я поясняю о сути поражения коронавирусом. Я пояснил все механизмы воздействия вируса на легочную ткань и дал методики лечения, поддержки здоровья и профилактики. Но помните, что при характерных симптомах заболевания надо сразу же обращаться за профессиональной помощью и лечиться незамедлительно. Жизнь дороже верований. Не рискуйте. Но сегодня речь пойдет вот о чем. Почему же люди, которые легко болеют коронавирусом, больше страдают от потери обоняния? А потеря обоняния ⁇ это характернейший симптом поражения коронавирусом COVID-19, если же к тому же имеется еще и высокая температура, затрудненное дыхание. Вероятность заражения 99%. У многих людей, кто поборол коронавирус, наблюдается мышечная слабость, нарушение памяти, тяжесть груди, высокая утомляемость. Эти и многие другие недомогания часто остаются после вирусной инфекции, поэтому важно долечиться полностью и укрепить иммунитет после выздоровления. Ну, чтобы свести к минимуму возможности осложнений. А некоторые осложнения могут проявляться даже через годы, как осложнения на сердце или с почками. Когда в апреле прошлого года у нас в стране началась эпидемия, общество разделилось на две части. Те, кто понимал, что есть такая проблема, объективно существуют, и те, кто искренне верил в то, что коронавируса вообще не существует. Полагаю, последних сейчас стало гораздо меньше. Теперь же очевидно почти всем, что эпидемия это есть точно. Ее причины это дело другое, иное, сейчас об этом речи нет. Лично в моем окружении, в окружении моих знакомых очень много заболевших. И простых людей, и врачей, молодых людей, и старых. Есть и один мой сотрудник, перенесший коронавирус, а его теща, к примеру, умерла, не перенесла. Есть и другие смертельные случаи. Недавно ушли из жизни именно по причине осложнений от коронавируса Грачевский, Лановой, Антонова и многие другие известные люди. Да, вы и сами об этом прекрасно знаете. Итак, первое. Так почему же пропадает обоняние? И как надолго оно пропадает? Обычная потеря обоняния длится 20-25 дней. У некоторых людей восстановление длится 60 дней. Но бывает и длительное восстановление, до 6 месяцев. Если при COVID-19 у вас пропало обоняние, не надо расстраиваться. Напротив, это говорит о том, что вы, скорее всего, не получите осложнений и поправитесь достаточно быстро, и перенесете болезнь легко. Ускорить возвращение обоняния трудно, но разве что переходом на веганское сыроедение и на овощные соки по норму Нокеру. Когда при обычных простудах из-за насморка и слизи Молекулы в воздухе не попадают на рецепторы ну, чисто механические, и потому человек не чувствует запахов, то при COVID-19 иное, даже при отсутствии слизи, даже при свободном дыхании все равно происходит нарушение обоняния. И вот почему это происходит. Сами нервные клетки обонятельного тракта не повреждаются, и это очень хорошо, что они не повреждаются, так как нервные клетки, от которых сигналы передаются в головной мозг и вы чувствуете запахи, не имеют рецепторов и потому их не могут поразить вирусы. Но эти нейроны окружены другими клетками, поддерживающими и стволовыми. И вот в эти клетки, имеющие большое количество рецепторов ферментов, вот как раз в них и проникают вирусы. И эти клетки действительно погибают. Но через некоторое время они начинают восстанавливаться за счет сохранившихся стволовых клеток. Когда этих клеток становится достаточно, начинается восстановление питания нейронов, и тогда нервные импульсы, запахи должным образом начинают поступать в головный мозг, и вы начинаете чувствовать эти запахи. Второе. Почему люди, которые легко болеют, больше страдают от потери обоняния? А что есть такая статистика, это медицинский факт на основе многочисленных исследований, наблюдений и публикаций в медицинских изданиях. А у этих людей просто больше концентрации рецепторов, то есть количество рецепторов в этих клетках-спутниках у них больше, чем у тех людей, кто болеет сильно и долго. Вирус, проникший именно в эти рецепторы, не размножается. Он как бы ловится, попадает в ловушку, тем самым снижается общее число вирусов в организме. То есть вирусы, гуляя по организму, имеют свои лазейки для достижения целей мишеней. А вот одно из таких мест ловушек, как бы защита дальнейших тканей по пути движения воздуха, вот эти клетки, если их много у человека, то вирусов ловится больше, и тогда в бронхи и легкие попадает меньшее количество вирусов. Эти вспомогательные клетки от вирусов погибают, но вскоре они начинают восстанавливаться из соседних стволовых клеток от 20 дней до 6 месяцев. Но остаточные воспалительные инфекции после перенесения острой фазы, поражения коронавирусом, как правило, остаются, и очаги воспаления могут быть еще долго после перенесения острой фазы. Учтите это. Третье. Ковид-19 вызывает и поражение сердца, а не только легких. Да, кстати, если кого-то из вас интересует тема жизни на Земле, на природе, то обязательно подпишитесь на мой второй канал «Жизнь на земле». Вот он. Вы можете на него также подписаться, перейдя на этот канал. Посмотрите очень интересные видео на нем, особенно последние. Я думаю, что вам будет и интересно, и приятно его смотреть. Ну и кто не подписался, подписывайтесь вот на этот мой главный канал. Нажмите рядом на колокольчик, выберите, чтобы вам приходили все уведомления о выходе моих новых видео. Но если они вдруг не приходят, а с Ютубом такая проблема сейчас бывает, то можно поступить еще и по-другому. На нашем сайте nadgar.ru в самом низу, если пролистнуть страничку до самого конца, есть такое поле «Подписаться». Туда надо ввести свой электронный адрес и нажать кнопку «Подписаться». И тогда вы точно будете получать от нас все уведомления о выходе наших новых каких-то информационных продуктов, видео, ну и прочей рассылки, которая будет вам весьма полезна. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Захотите, подпишитесь. Больше всего, как вы уже это знаете, при COVID-19 страдают именно легкие. Но вот далее, и это мало кто знает, страдает сердце, сосуды. Могут возникать тромбозы, поражение нервной системы, почек и других органов. Очень часто последствиями коронавируса является поражение сердечной мышцы. Это происходит в том числе из-за длительного кислородного голодания от повреждения части легочной ткани сердечной мышцы, которая нуждается в большом количестве кислорода. И повреждение это только МРТ сердца может показать, а вот электрокардиограмма тут бессмысленна. Как правило, миокардит развивается после коронавируса, а это часто не исследуется. Потому, если у вас одышка, сердечные приступы, тяжести в груди, сразу вызывайте скорую помощь. И требуйте прохождения МРТ сердца. Это не шутки. Четвертое. Укрепление иммунитета физические нагрузки после условного выздоровления обязательно нужны свободное дыхание вам подскажет какую интенсивность занятий упражнений труда выбрать дыхательные практики помогут и они желательны по Стрельниковой или по бутейка можно приобрести аппарат самоздрав кто ленится и не хочет усилий над собой такой вариант будет идеальным и простым решением в чем суть данных упражнений, процессов? Посмотрите вот эти мои видео на эту тему. Это гипертония, часть вторая, и про прибор самоздрав. Конечно, нужны тренировки мозга, памяти. Обязательно применяйте витамин В12 в виде метилкобаламина. Если у вас низкая доза его, то в виде гидроксикобаламина в уколах. Потребляйте магний непременно, витамин D3, цин, калий, он важен для сердца, селен как важнейший антиоксидант, среди минералов. И я советую принимать фукус. Посмотрите мою лекцию дисбактериоз, хотя бы ее первую половину. Конечно, необходимо корректировать питание. Посмотрите непременно мои лекции «Почему нельзя есть после 16.00», «Раздельное питание», «Интервальное голодание», кислотно-щелочной баланс и калории. Снижение аппетита при коронавирусе – это неплохо, ведь голодание – это очищение, и кратковременное голодание допустимо. Не нужно насильно есть. Посмотрите мое видео «Лечебное и очистительное голодание». Но длительные голодания при коронавирусе не нужны. Питание лучше всего веганское сыроедение – или веганское кето-питание, или в крайнем случае среднеземноморской тип диеты. Необходимо плавно увеличивать темп работы по мере прилива сил. Помните, движение это жизнь. Прогулки на свежем воздухе прекрасны. Разумеется, я надеюсь, вы понимаете никакого табака и алкоголя. Вот и повод бросить эту мерзость вовсе, кто еще этим занимается. Я очень рекомендую вот этот мой набор для профилактики лечения от коронавируса. Ссылочка будет дана в описании под этим видео. Соблюдайте гигиену и меры защиты. Спирт в маленьком флакончике в кармане ⁇ это прекрасная дезинфекция рук и предметов, до которых вы дотрагиваетесь. Ну и напоследок важный нюанс, важное наблюдение. Вирусы блокируют рецепторы усвоения витамина D3, чтобы ослабить вашу иммунную защиту, защиту лейкоцитов. У меня есть два видео на эту тему, витамин D2, D3 и витамин К1, К2, D3. Посмотрите их непременно и потребляйте обязательно чистый витамин D3 10 тысяч международных единиц в сутки. 10 тысяч МЕ сокращенно. И это немного, это нормально. Коронавирус, как и все вирусы в целом, атакуют именно иммунную систему. Особо важна при поражении COVID-19 защита легких. А дефицит витамина D3 повышает острый респираторный дистресс-синдром. Помните, что все предыдущие коронавирусы лечились витамином D3 и цинком. Цинк принимаете тройную, четверную дозу, отрекомендованный. Помните, что витамин D3 подавляет воспалительные процессы, как и селен. Учтите это. Очень желательны особые антиоксиданты, антиокислители. Это полипринолы, которые содержатся в препарате из пихты, хвои, Т8 экстра и Т8 бленд. Их принимать лучше совместно. Очень полезен дегидрокварцетин, там различные биофлавоноиды содержатся, тоже мощные антиоксиданты. Полезным будет маточное молочко, как укрепляющее иммунитет средства. Это все натуральные природные концентрированные вещества. Но набор, который я рекомендую, он оптимален. У кого есть такая возможность, воспользуйтесь этим моим советом. Ну а остальное вы услышите в тех моих видео, которые будут по ссылочкам, вот под этим видео, которые я обещал вам дать. На этом сегодня все. Я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия и до новых встреч. Всего хорошего. До свидания.